Футбольный клуб «Кызылжар» готовится принять участие в Лиге конференции УЕФА. Первый матч пройдет в конце июля 2022 года. В январе наши футболисты отправятся в Турцию. Там они пройдут учебно-тренировочные сборы. Такого успеха североказахстанцы добились благодаря поддержке своих болельщиков. По словам президента клуба Григория Лория, состав команды пока остается прежним. Кроме того, продолжит свою работу главный тренер Андрей Карпович. Команде предстоит приложить больше усилий, чтобы с достоинством выступить на Лиге конференции. Что касается стадиона «Караса», его с марта по июнь закроют на реконструкцию. На это время все домашние матчи будут проходить в столице. Вопрос стоит о реконструкции стадиона в целом, не только футбольного поля. Вы все знаете, что мы в этом году, в 2022 году, не можем играть на нашем стадионе. Его закрыла Федерация футбола, потому что наше поле и инфраструктура стадиона не соответствуют нормам. Ну, то есть стадион старый, стадион 68-го года, понимаете, капитального ремонта не было.